С 2018 года волонтеры добровольческого поисково-спасательного центра «Рысь» помогают людям найти пропавших родных. Сейчас этим занимаются более 300 активистов. Их деятельность охватывает почти всю Нижегородскую область. Подразделения «Рыси» есть в Иксе, Арзамасе, Богородске, Семенове и на Бару. Теперь еще и в Сарове. Много заявок на вступление. И собралась команда, скажем так, уже небольшая, порядка 20 человек. Решили все-таки филиал именно здесь открыть. Совсем недавно волонтеры «Рыси» совместно с кинологическим отрядом «Сарова» участвовали в поисках Вячеслава Линника. В прошлом году, благодаря оперативной работе центра и различных служб, удалось найти 5-летнюю Зарину. Эмоции после спасения людей перекрывают всю усталость волонтеров, которые работают большой командой круглосуточно. Самое основное требование – это желание вступить, желание помогать. А всему остальному мы учим, постоянно проводим обучающие мероприятия, ориентирование, навигация, картография. Также есть у нас там инфогруппа. Это люди, которые занимаются поиском, скажем так, отдаленно. Их задача сделать ориентировку, опросить свидетелей. Как бы на поисках они не присутствуют, но проделывают очень колоссальную работу. Самые высшие ступени – это у нас координаторы. Это те, кто руководят поисковой работой, непосредственно взаимодействие уже с силовыми структурами. На открытии филиала в нашем городе руководители добровольческого поисково-спасательного центра «Рысь» рассказали о своей работе, поделились опытом и ответили на вопросы саровчан. Организаторы передали активистам специальное оборудование – навигаторы, рации, радиостанции, которые будут необходимы в работе. Познакомились со своими проектами, в которых сотрудники обучают взрослых и детей поведению в чрезвычайных ситуациях. У нас есть школа детской безопасности, рассказываем детям, как безопасно вести себя в городе, в лесу, дома. Все желающие могут подать заявку и вступить в отряд центра «Рысь». Руководители приглашают активистов на всероссийские учебно-тренировочные соревнования «Поисковик-2020», которые пройдут с 9 по 11 октября в Нижнем Новгороде. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.